Это Карагандинская область, член нашей ассоциации охотничьих хозяйств. Вот первый у них такой полевой сезон. Пригласили на открытие. Вот поэтому будем посмотреть, что здесь. Так пока все нравится. Семья сидит метров 10-15 друг от друга. 6-7 штук, не больше в семье. А многие же так, вот как попало, выставляют. Угу. Да я говорю, там такая технология, старики не учили. То есть нужно группками по 5-6 штук ставить, да? Да, да, да. Так далеко смотришь, что они думают, что вместе все сидят. Понятно. Ну, вот эти плоские тоже, они хорошо работают, на удивление. Ну, они, видите, с одной стороны... Шершавые, надо шершаву на солнце ставить, здесь же материал, а здесь они более гладкие. Mm-hmm. Сбоку они, конечно, как объем. Когда ветер есть, мы специально добавляем движущий дидли дикойс. Охота будет производиться из окопа. Традиционно такой вариант более добычлив и более результативный, потому что есть возможность замаскироваться, спрятаться от всевидящего ока гусей. Так, остался я один. И вот что у меня с собой. Полуавтомат итальянский, ящик с патронами, маскировочный халат. Здесь вот вещи у меня на случай дождя, дождь обещают. Вот, и это вот леши, чтобы прикрыть мешок и ящик с патронами. Уже немножко расцвело, есть видимость. Ветра нет вообще, но пасмурно, это уже хорошо. Вот, и пока чуть тишина. Сидим вот так в окопах. Стоят профиля. Ждем, короче. Гусь один из самых выносливых на выстрел представителей утиных. Вот, и поэтому очень важно отслеживать выпавших из стаи гусей и сразу их добирать. Так, что-то уже пошло, выход состоялся и пару гусей упало. Быстро побежал, перевернул. На этой охоте использовал патроны стерлинг, второй номер с контейнера. Ну и несколько манков, утиные, гусиные, на всякий случай утиные, потому что утка тоже бывает, попадается. Похоже, утренка заканчивается. Ну, охота интересная была, но не очень я доволен, конечно, качеством стрельбы своей. Вот, и тут какие главные ошибки? Первая ошибка, это, конечно, стрельба в кучу. Да, то есть очень тяжело, когда вот на тебя налетает стая гусей, там кого-то одного выбрать, да, и его выцеливать. И это всегда, начало охоты всегда провальное, да, то есть всегда ты пытаешься куда-то туда, в общую массу стрелять. Это первая ошибка. Вторая ошибка, это, конечно, упреждение. Все-таки гусь быстро летит, вот, поэтому нужно выносить больше. И третья ошибка – это дальность, да, потому что я в этот раз взял двойку по совету местных, вот, и поэтому нужно подпускать так, чтобы лапки было у гуся видно. Вот, а это нам, алматинцам, тоже тяжело, которые гусей никогда не видели. Вот, поэтому, конечно, мазал немного, немало, но 2-3 точно таких хороших налета проворонил. Потом какие еще бывают ошибки? Цепляется халат тоже. Вариант тоже бывает неудачно. И в этот раз совсем плохо работает инерционка. Почему-то происходит запирание патрона. Да, то есть он выкидывает пустую гильзу и не дозаряжает. То есть фактически второй патрон тоже выкидывает, он посередке там застревает. Так
5 раз было. Это, я считаю, очень много. Но это вообще проблема всех инерционных, когда вот так вот вверх стреляешь, они клинят. Вот, поэтому газоотвод и только, это вам всем совет на будущее. Мы в свое время повелись на маркетинг, набрали себе инерционных, теперь мучимся. Охотничье хозяйство, входящее в ассоциацию Добегат, Кулан Утпеска. Вот ребята пригласили в этом году. Фактически они стартуют. Это такое гусиное хозяйство. Классно поохотились. Конечно, были и промахи, и попадания. Я вот считаю, что на двоих утрянка отлично получилась. При этом не было ветра. Да? То есть мы ожидаем, что к вечеру еще будет дождь, снег. В общем, все как нужно. Поэтому все продолжается. Поставьте это себе хозяйство на заметку. Так, вышли на вечерку. Погода поменялась, моросит дождик, поднялся ветер, это хорошо. Хорошая новость заключается в том, что метров 300 от нас села большая стая серых гусей. И мы надеемся, что сейчас там возникнет котел. Все будут гуси подлетать туда. Ну и как следствие нам тоже что-то будет отваливаться понемножку. Вот он началось. Смотрите, какая красота. Еще раз повторю, добирайте подранков сразу. Если не добрали, то уйдет. Хорошо поохотились, норму свою добыли. Вот. Напоминаю охотникам, что сейчас идет распродажа продукции компании Bandit. Bandit — это американская специальная одежда для охотников. Минус 40%, обращайтесь немедленно, пока идет акция, потому что ну, все сносят. Тем временем охота на гуся в Карагандинской области продолжается и дарит нам еще незабываемый момент. Меня часто спрашивают, что же может быть прекрасного в гусиной охоте? Желтые бескрайние скошенные поля пшеницы? Или, может быть, могильный холод окопа, ледяной ветер с моросью, саман мокрой глины, смешанной с соломой, который залепляет все мыслимые и немыслимые полости? Нет, это все производные географии миграционного ареала этой королевской птицы. На самом деле мы едем для того, чтобы погрузиться в мир дикой природы. Посмотреть, оценить многотысячный клокочущий шалман, котел, который мы называем, торнадо, который создают гусиные стаи на убранных полях пшениц. Это, конечно, завораживающее представление, которое является для нас, охотников, настоящим магнитом. А еще здесь увидишь тяжелый свинец скребущих сараку туч, несущие холодные полярные циклоны, янтарь закатов, охру восходов, гуси, ломающие крыло при снижении, аромат хлеба в стажках соломы, ну и, конечно, хорошая компания. Особым соусом к этому будет предвкушение его величества гуся в духовке, запеченного с яблоками. Вот они наши настоящие мотивы. Карагандинская область, 2024 год, октябрь.